Всем привет! Меня зовут Екатерина Великанова, и этот небольшой прямой эфир о нашем предстоящем йога и belly dance ретрите, который состоится с 18 по 22 июня в прекрасном местечке Юпа-Йоги, недалеко от Тампере. Давайте расскажу по порядку. Организовать этот ретрит мы решили с Милой Таннерма. И да, привет всем, кто присоединяется. Идея возникла из такого совместного сотрудничества, потому что как-то мне кажется, что мы с Милой на одной волне. Я хожу к ней заниматься восточными танцами раз в неделю, и мне очень нравится. Это на самом деле, вы правильно, Мила, сейчас даже в чате недавно написала, что это действительно женский вид танца, и после него ощущения невероятные. То есть хочется как-то делать более плавные движения, хочется... Не хочется никуда бежать, прыгать, да. То же самое и йога. Она замедляет, заземляет, позволяет соединиться с собой настоящим, оказаться в моменте, когда не нужно бежать, стремиться, как про женщину, да, которая коня на скаку остановит, в горящую избу войдет, а быть собой, быть собой настоящей. И вот за эти выходные мы специально... поставили время на выходные для того, чтобы работающие девушки, женщины тоже могли присоединиться. Я сама работаю на неделе с понедельника по пятницу, поэтому можно присоединиться в нескольких форматах. Вы можете поехать вместе со мной на машине из Хельсинки, если вы добираетесь, то можно поехать в пятницу вечером и вернуться в воскресенье вечером. Если вы хотите остаться подольше, потому что 21 июня – это день солнцестояния, ночь солнцестояния, да, когда день равен ночи, и получается, что хорошо бы этот день тоже провести в прекрасном местечке Юпа-Йоги, поэтому мы немножечко продлили этот ретрит, и есть возможность для тех, кто в понедельник не стремится бежать на работу, остаться еще на одну ночь вместе с Милой и уехать тогда в понедельник. Есть формат для тех, кто не хочет выезжать на целые выходные, но хочет присоединиться на целый день. Есть формат одного дня, когда вы приезжаете утром и уезжаете вечером. Это вариант для мамочек с детьми, когда детки все-таки маму пока еще не отпускают ночевать где-то, да, на ретрите. Это вариант для тех, кому нужно на работу. То есть варианты разные. И, конечно же, мы вас очень ждем, будем очень рады. У нас уже есть группа, вы можете присоединиться. Количество участниц небольшое, потому что коттедж не позволяет разместить в нем огромную толпу людей, и это хорошо, нам этого и не нужно, для того, чтобы нам ближе познакомиться, для того, чтобы почувствовать друг друга и помочь раскрыться каждой участнице, количество людей, конечно же, должно быть ограничено, да, и это правильно. Поэтому думайте, время и место еще есть, но вот потихонечку места заполняются. И давайте отвечу на самые такие вопросы, которые чаще всего задаются. Во-первых, вопрос, как добираться, да? Смотрите, это находится рядышком с Тампере, поэтому если вы живете не в Хельсинки, Ванта, Эспо, а на других городах Финляндии, а у нас есть участницы из других городов, то вам нужно доехать, самое главное, до города Тампере. Я так понимаю, что самый удобный вариант – это поезд, самый бюджетный вариант – это автобус, оннибус. И от Тампере мы вас встретим на машине, поэтому самое главное вам пункт назначения, да, иметь в виду, что это Тампере. Если же вы добираетесь из Хельсинки, Ванта и Эспо, то тогда вам нужно, опять же, доехать до города Тампере, либо вы можете поехать со мной, но вот сейчас у меня уже три места в машине забронировано, а всего их четыре, да? Правильно я считаю? Поэтому остается одно место, и можно поехать вместе со мной. Но я еду в пятницу вечером, в воскресенье вечером обратно. Это вариант, как добираться. Поэтому, если даже у вас нет машины, то до Тампере, я думаю, что добраться можно. Это тем более раньше была столица Финляндии, или Турку была столица Финляндии. Поправьте меня. Я здесь живу недавно и могу перепутать. Я почему-то все время путаю эти два города, но потихонечку начинаю их разделять. Хорошо.
Вот, кстати, напишите в комментариях, какая же столица все-таки раньше была у Финляндии, Тампере или Турку. Мне самой же стало интересно. Но вернемся к нашему ретриту. Что же мы там будем делать? Организаторы – это я и Мила Танерма. Я буду отвечать за часть йоги, за часть трансформационных игр, арт-терапии. Мила будет готовить нам еду, создавать неповторимую атмосферу и, конечно же, с нами танцевать belly dance. Поэтому настройтесь на то, что это будет работа с телом. И могут быть перед началом ретрита даже сопротивления, когда вдруг что-то где-то заболело, закололо, стало так лень, и вроде бы как же это я, свое родное тело, буду сейчас в течение 3 дней так использовать и в йоге, и в танце, да, все равно нужно приехать. Ну, понятно, что если это не корона-симптомы, я имею в виду, что просто такой вот посыл от тела, что хочется полениться, и это нормально, потому что чаще всего у нас такие сопротивления, они выскакивают в самый нужный момент, когда нужно выходить на новый уровень, начинается вот этот внутренний саботаж. Поэтому эти состояния не игнорируем, а просто принимаем и вместе с ними приезжаем, там уже на месте будем разбираться. Конечно же, утром мы будем начинать день с йоги, и я расскажу вам о том, есть такая книга «Магия утра», и Джулия Кэмерон в своей книге «Путь художника» рекомендует по утрам писать 3 страницы, 3 волшебные страницы, которые позволяют соединиться со своим внутренним «я», раскрыть поток творчества, вдохновения. Поговорим об этом, и утро у нас будет начинаться достаточно рано. Но если вдруг кто-то хочет поспать и выспаться, и отдохнуть, обговорим это индивидуально, но по нашей программе утро начинается рано, будет в течение дня занятие или йога, или belly dance, и вечерняя практика также. Поэтому это получается, вот смотрите, 3 занятия за день, да? Поэтому мы здесь подключим правильное питание, потому что при такой физической нагрузке хорошей, плюс у нас будут прогулки, это очень хороший повод похудеть, да, скинуть лишние килограммы, потому что мы будем работать с телом, и если после занятия мы будем заедать это все огромным куском торта и булки, то это как-то не совсем логично, да, поэтому мы попробуем на эти дни отказаться от мяса. Алкоголь, конечно же, не запрещен во время ретрита. Это даже не обговаривается, да, то есть ни бокал вина, ни бокал шампанского, алкоголь строго запрещен. От мяса мы откажемся, но если вдруг кто-то не хочет отказываться, то можно там пожарить сосиски, что-то на гриле, это индивидуально. Но мы попробуем за эти 3 дня вегетарианское питание, и вариантов с питанием тоже 2. Это мы обсуждаем группой, когда группа у нас полностью наберется, и стоимость от этого тоже меняется. Если мы решаем, что питание полностью с нашей стороны, то тогда пребывание стоит 250 евро, и тогда вы просто не думаете о питании, приезжаете, да, и все, завтрак, обед, ужин, полдник, все для вас приготовлено. Если же мы думаем о том, что мы разделяем продукты, и каждый привозит что-то свое, то тогда стоимость тура получается 200 евро, и таким образом в складчину мы набираем продукты, соответственно, завтрак, обед, ужин, полдник все равно у нас состоится при любом варианте. Это то, что касается питания. Если какие-то есть аллергии и предпочтения по питанию, то, конечно, нужно об этом сказать заранее, предупредить, чтобы мы все предусмотрели. Мы будем проводить трансформационные игры. За наш ретрит мы планируем провести 2 игры. Суббота – это сакральный путь, воскресенье – 7 печатей, или наоборот, поменяем мы местами, посмотрим. Если кто-то приходил на мои игры и уже знаком с ними, то добро пожаловать снова. Если же вы никогда не играли, то ретрит – это прекрасное начало, прекрасная возможность познакомиться с трансформационными играми именно на ретрите, потому что в суете города мы обычно все-таки спешим. Игра длится достаточно долго, 4-5 часов, если мы играем в группе. И получается, что в городе нам все равно хочется куда-то скорее вернуться к детям, домой, да, нас ждут. На ретрите состояние совершенно другое. Мы приезжаем и
Все время, каждая секундочка, каждая минутка посвящена нам, посвящена себе любимой. Мы никуда не торопимся, и, соответственно, эффект от этого совершенно другой, более глубокий. Для игры нужен будет запрос, ваше желание, намерение, и мы посмотрим, почему же ваше желание до сих пор не исполнилось. Как говорят игропрактики, если желание не исполнилось, значит, туда не течет энергия, да? Значит, есть какой-то блок, который мешает. И вот в игре мы посмотрим, что это такое. Внешне это выглядит как настольная игра. Мы будем бросать кубик, мы будем вытаскивать карточки. Но это настоящий психологический трансформационный инструмент, когда мы работаем над собой, формируем новые нейронные связи. В игре происходят инсайты, происходит замена убеждений. Да, если раньше наша картина мира представляла собой там определенную коробочку и не соответствовала настоящей, реальной, то после игры мы как будто бы из этой коробочки выходим и начинаем понимать, что ага, так, я-то думала вот так, а на самом деле это совершенно по-другому. И поэтому подумайте над тем, перед тем, как ехать, да, а что же вы хотите, какую тему вы хотели бы проработать, потому что в этих двух играх можно участвовать с любым запросом, это может быть запрос на здоровье, отношения, денежный, предназначение, кто я, какой мой путь, и такие более маленькие, более мелкие запросы, это я сейчас вот сферы так обозначила, да, и будем играть с запросом, который больше наполнен энергией. То в тот момент это мы определим с помощью специальных карточек, бросков кубика. И, конечно же, это не гадание, это работа с нашим подсознанием, потому что все ответы уже у нас внутри. И когда мы будем спрашивать совета у миллиона людей, они нам дадут миллион классных советов, но ни один из них не будет работать для нас. А самый правильный ответ находится уже у нас внутри, нужно просто его оттуда достать. И вот трансформационная игра как раз как зеркало позволяет это сделать. Поэтому у нас наша программа очень насыщенная на нашем ретрите йога Belly Dance ретрите 18-22 июня. Еще раз повторю, да, для тех, кто вот только что присоединился к эфиру, что у нас будет йога, у нас будет Belly Dance, восточные танцы, у нас будут женские практики, арт-терапия, трансформационные игры, прогулки на свежем воздухе, женское общение. И, конечно, это будет прекрасной летней перезагрузкой, поэтому добро пожаловать для тех, кто чувствует, что туда нужно поехать. Иногда, вы знаете, бывает, вот у меня, например, такое, это точно так, я так следую за событиями своей жизни. Иногда мне кажется, я не знаю даже, что это, но я чувствую, что мне туда надо. Вот если вы чувствуете, что мы с вами на одной волне, и интуиция подсказывает вам, что вам туда надо, то добро пожаловать. И, конечно, задавайте вопросы, тоже отвечу с удовольствием, или я, или Мила. И еще моменты по поводу семьи, да, у нас были вопросы, можно ли взять с собой, например, мужа, да, бывают моменты, когда муж не отпускает, ну, сомневается, куда это, есть разные ситуации в семье, или, например, не с кем оставить ребенка, да, то так, эти вопросы тоже обсуждаются, пока у нас в группе девочки без детей, без мужей, но если вдруг такое не с кем оставить, то пишите, что-нибудь с этим придумаем. Если есть сейчас вопросы, то задавайте, но сейчас я смотрю, что у нас, наверное, не так много участников в эфире. Вопросы можно будет задать тогда потом в комментарии. Ну и самое главное, я вас приглашаю, я буду очень рада вас видеть, и давайте эти выходные проведем с пользой, приятно, познакомимся поближе, пообщаемся, прекрасная возможность, и местечко действительно классное, Юпа Йоки, я уже отправляла видео, можно посмотреть его в предыдущих постах, место очень красивое, вечером у нас будет сауна, это белые ночи, красивые фотографии, нам же нужны красивые фотографии для Инстаграма, но, конечно, это все то, что я сейчас объясняю, это все такое внешнее, да, это все то, к чему наша личность привыкла, что вот наша логика, что я поеду, потому что вот это. Но больше, конечно, ретрит направлен на то, чтобы побыть с собой, познакомиться с самим с собой, почувствовать себя
женщиной настоящей, перезагрузиться, услышать свою душу, свое сердце и приехать совершенно обновленной, красивой, женственной, подтянутой, стройной и внедрить какие-то даже новые привычки. Вот у нас, кстати, присоединилась Мила, да? Мила, если хочешь, то можешь присоединиться к эфиру. Я вот сейчас просто уже все как раз рассказала, моменты и по программе, по тому, как добраться. Поэтому напиши, если есть желание, есть возможность, да, может быть, возможности сейчас нет, например, если ты в дороге или на другом мероприятии каком-то. Но я думаю, что, может быть, даже мы проведем с Милой вместе эфир, но мы очень ждем эту поездку, потому что вместе с вами мы тоже классно проводим время, да, мы же тоже общаемся, мы же тоже участвуем и как проводники, и как мастера, и мы тоже люди такие же, да, и поэтому с нетерпением ждем этого ретрита, потому что он полезен, как взаимообмен энергии, да, вот это вот самое главное. Ведь раньше женщины собирались вместе, ну, наверное, каждый вечер плели пряжу, вязали, пели песни, и это и был вот этот обмен энергией. А сейчас, особенно в связи с коронавирусом, женщины по отдельности как-то, да, больше, да, вот классно, если есть возможность собраться с подругами, но здесь такой вот формат более нежный, женский, и в том числе мы будем делать фокус на наше тело, потому что о теле мы часто забываем, мучаем его, горбимся, сутулимся, а потом удивляемся, как же так, почему у меня в жизни не получается, да, наше тело, оно как зеркало отражает, что происходит в нашей жизни. Поэтому если есть какие-то болезни, если есть наше тело, что-то нам кричит, показывает, обрати внимание на эту сферу своей жизни. И нашему телу очень важно уделять внимание. А на нашем ретрите мы посмотрим с двух сторон. Да? Мы зайдем и со стороны тела в йоге и в восточных танцах, и со стороны психологии, со стороны трансформационных игр. Что же происходит в жизни? То есть это вот такое прям сканирование своей жизни, причем на выезде, когда никто никуда не торопится, в приятной компании и с профессиональными мастерами. Поэтому мы вас приглашаем, мы вас ждем, присоединяйтесь и задавайте вопросы в комментарии. На этом я откланяюсь сейчас и пожелаю вам хорошего дня. Пока-пока-пока!